В жизни людей, наверное, с давних времен всегда существовала какая-то угроза потери материального благополучия и состояния, независимо от того, какие технологии применялись. Например, с технологией блокчейн позиция в уверенности в том, что свои деньги можно сохранить в любых условиях, такая довольно надуманная. Многочисленные примеры компаний и кошельков, и всех остальных технологий, они позволяют в этом убедиться, когда небольшая ошибка стоила огромному количеству пользователей либо организациям миллионы и сотни миллионов долларов. Основным советом, наверное, к тому, чтобы сохранить свои средства, стоит лишь сказать, что будьте благоразумны и внимательны, и недостаточно доверчивы ко всему, что происходит вокруг.